Поколение, которое знает и помнит о подвиге своих прадедушек и прабабушек. Совсем еще юные мальчишки и девчонки пришли в Бишкекский парк Победы, чтобы отдать дань уважения участникам той страшной войны. Сказать спасибо за победу. Нарядные и подтянутые все выстроились на праздничный парад. Началось мероприятие с возложения цветов погибшим в Великой Отечественной войне. Почтили память кыргызстанцев, не вернувшихся с полей сражений, минутой молчания. Для учащихся столичных школ это стало уже доброй традицией. Школьники признаются, благодаря рассказам родителей и учителей, они знают немало о той войне, которую советскому народу пришлось пережить 74 года назад. Сменились уже несколько поколений. Почти в каждой семье этих ребят есть свои победители. Специально к 9 мая многие с удовольствием научились отплясывать победные танцы и маршировать, как бравые солдаты. Каждый год перед праздником Победы приходим сюда, готовимся за месяц, репетируем, чтобы синхронно маршировать, строимся в шеренгу. Есть у нас и другие праздничные номера, но главное, встречаемся здесь с ветеранами, с теми, кто принес миру эту победу. Спасибо им. Главные герои торжества – ветераны – поддерживали молодежь аплодисментами. Рассказывают, что стараются не пропускать такие праздники. Было бы здоровье. А ведь большинству из пришедших сегодня ветеранов и тружеников тыла – за 90. Наши детки так выступили. Это наше будущее, наше поколение. Чтобы они не знали то, что мы увидели, этих ужасов войны. Не дай Бог никому. Наши ветераны, очень много ушло от нас, но мы будем о них помнить всегда и будут в наших сердцах, пока мы живые. Ну, а живым дай Бог еще здоровья, жизни, и чтобы они процветали и не унывали. Пусть всегда будут горды и гордиться своей победой. По словам организаторов, митинг «Реквием», приуроченный к празднику Великой Победы, стараются проводить ежегодно. Поучиться подрастающему поколению у давно посидевших ветеранов есть чему. Они как раз из тех, кто никогда не унывает. Разве солнце убавит свечение? Разве звезды замедлят свой бег? Разве возраст имеет значение? Если молод душой человек. Алексей Немашкал, Достан Джолдошев, Асхат Ибраимов, НТС.